Всем привет! Вы находитесь на канале магазина Rumicom. Меня зовут Александр. И сегодня мы поговорим о новом флагмане от компании Xiaomi Mi 8. Поехали! Итак, начнем с внешнего вида. Смартфон выполнен в нескольких цветовых решениях: белый, золотой, голубой и черный. Мы остановимся непосредственно черным. Корпус сделан из стекла, закругленного по краям, и обладает металлической рамкой. На торце справа расположена кнопка громкости, кнопка включения. С левой стороны находится слот под две нано-сим-карты. В нижней части смартфона вы можете заметить разъем Type-C, динамик, микрофон и с верхней части еще один микрофон. Дисплей Mi 8 выполнен по технологии Super AMOLED от компании Samsung и имеет разрешение Full HD+. Экран у смартфона яркий, насыщенный и контрастный, цвета сочные, плюс ко всему есть отличный угол обзора. Диагональ 6,21 дюйма, экран широкоформатный и имеет разрешение 18:7:9. В верхней части дисплея мы видим небольшую вставку, так называемую монобровь, в которой расположены все основные датчики и сенсоры: датчик уведомлений, датчик приближения, фронтальная камера и разговорный динамик, а также инфракрасный датчик для разблокировки Face Unlock. Face Unlock – это технология сканирования, с помощью которой смартфон распознает ваше лицо, мгновенно разблокирует устройство. Стоит отметить, что датчик срабатывает быстро как при свете, так и в условиях плохой освещенности, и даже в полной темноте. Face Unlock – не единственный способ разблокировки. На задней панели гаджет имеет ультрабыстрый сканер отпечатков пальцев, который срабатывает четко, без всяких задержек. Mi 8 имеет двойной модуль камеры, и здесь используются сенсоры по 12 мегапикселей от Samsung и Sony, которые отлично работают в тандеме и уже знакомы нам по модели Mi Mix 2S. Алгоритмы способны определять сцену в кадре для изменения настроек экспозиции, насыщенности, контрастности, баланса белого и других параметров, что приводит к наилучшему конечному результату. Кроме того, в Mi 8 есть оптическая стабилизация, двойной зум, размытие заднего фона и фазовая фокусировка. Селфи-камера Mi 8 имеет разрешение 20 мегапикселей со светосилой 2.0, поддерживает технологию искусственного интеллекта и также применяет алгоритмы к фотографиям. Есть портретный режим с эффектом боке, а также технология Beautify для сглаживания неровности кожи и изменения овала лица. Mi 8 установлен топовый чипсет Snapdragon 845, что позволяет набирать смартфону порядка 270 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Доступны 6 ГБ оперативной памяти и встроенные 64, 128, либо 256 ГБ, в зависимости от выбранной вами комплектации. По автономности смартфон в среднем держит сутки. Если пользоваться не очень активно, хватит еще на полдня. Mi 8 имеет аккумулятор на 3400 мАч. Также смартфон получил быструю зарядку Quick Charge 4+, что позволяет заряжать устройство не просто быстро, а очень быстро. Mi 8 – это единственный смартфон в мире, обладающий двухдиапазонным GPS-интерфейсом, который существенно повышает точность геопозиционирования, а также сэкономит ваш аккумулятор при использовании. Что в итоге? Mi 8 – это флагманский смартфон, который имеет топовое железо, отличную камеру, автономность, сочный, яркий, Super AMOLED-дисплей и еще много разных функций, о которых я рассказывал вам уже ранее. Брать или не брать – решать, конечно, вам. Свой выбор я уже сделал. Тем более, покупая в фирменном магазине Rumicom, вы теперь получаете 2 года гарантии на любой смартфон. И это круто. На этом наш видеообзор подходит к концу. Спасибо за просмотр. Ждем вас в наших фирменных магазинах Rumicom. До встречи!